Всем доброго времени суток. Сегодня хочу показать арбуз, который растет у нас в теплице. Вот такой вот он вырос, но он еще растет. Мы его еще пока не планируем срезать. Один мы арбуз уже съели. Он был безумно сладкий. Он был очень-очень вкусный. Он был немножко побольше, чем этот. Этот еще растет. А это у меня вот такой перец горький. И вот здесь вот еще один. И здесь вот еще завязываются перчики. А еще у нас гремит гром, если слышно. Арбузы мы с вами посмотрели. Теперь покажу вам дыни. Дыни вот такие здесь. Одна дынька. Здесь вот еще одна висит дынька. И здесь вот висит. Они еще пока зеленые. Здесь вот тоже висит. Сетки подвешено. Получается 4 дыньки тут завязалось. Есть еще вот такие, но они уже не будут расти. Просто отцвели и засохнут. Не может такая плеть выкормить очень много дынь. Обычно одна или две дыни получается. И еще вот такая у нас лежит дыня. Она очень-очень вкусно пахнет. Она была тоже зеленая. Полностью была зеленая. Вот такая же была, как вот эти дыни. И теперь она вот такая желтая. Я так полагаю, что ее скоро надо будет, конечно, срезать. Такие у нее уже сеточки здесь, как у настоящей дыни. Очень радует меня то, что можем мы вырастить. Хоть и в теплице, но и свои арбузы, и свои дыни. И выращиваем мы как бы не первый год. В открытом грунте я, конечно, слышала, что в нашем регионе северо-западном выращивать очень легко арбузы. Но в открытом грунте я не пробовала. А вот в теплице они растут на ура. И получаются вкусные и сладкие. И вот дыни. Очень вкусные и ароматные. Так, ну вот, пришли мы срезать свою дыню. И решила я ее взвесить. 1,690 кг. Вот такая замечательная дынька выросла. Сейчас разрежу, покажу, что внутри. Так, ну что, вот такая мякоть у нас внутри. Дыня полностью вызрела. Аромат просто сногсшибательный. Приятного нам аппетита!